Шалом. Известно, что одна из лучших разведок в мире, Моссад, способна творить чудеса. Она способна производить операции на территории врага в разных обличиях. И объясняют, что ей удается это потому, что те разведчики, которые относятся к ней, они чувствуют себя в любом месте как дома. Известно, что Моисей перед последними ударами в Египте боялся идти один к фараону. Он не знал, где он находится. Фараон окружил себя разной нечистью, разными чарами, волшебством, колдовством. И Моше попросил у Всевышнего: «Помоги мне». И Всевышний ему сказал: «Пошли к фараону». То есть он не сказал ему: «Иди к фараону». Он сказал ему: «Пошли вместе к фараону». И Моисей вдруг появляется перед фараоном в тайном месте, где никто не мог вообще его найти. Иногда мы не можем достичь цели, не можем попасть в точку, не можем завершить что-то или начать, потому что мы слишком скромны. Нам не хватает уверенности, нам не хватает каких-то внутренних таких сил, которые заложены в каждом человеке. Мы вспоминаем этот рассказ, где Моисей, великий Моисей, даже у него был страх, была проблема. И он обратился к Богу. Он попросил у Всевышнего дать ему силы, и Всевышний сказал: «Пошли к фараону». Фараон – это дурное начало. Во всех отраслях нашей жизни вот этот внутренний фараон, он мешает нам. И вот к этому фараону нужно подвести нашего друга, Всевышнего. Надо просто ему сказать: «Всевышний, дай мне силы. Пойдем со мной». Шалом, шалом.